Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Задача номер 86. Дано. Нам даны две прямые А и Б, которые пересекаются. Дана точка А. И через эту точку А проведены две прямые М и Н таким образом, чтобы прямая М была перпендикулярна прямой А, а прямая Н перпендикулярна прямой Б. Вот наши прямые А и Б. Точка А, которая не лежит на прямых А и Б. И прямые М и Н, которые перпендикулярны этим прямым А и Б. Вот эти углы прямые. И нам нужно доказать, что прямые Н и М не совпадают. Для того, чтобы выполнить доказательство, сделаем предположение. Пусть М и Н совпадают. Тогда, если по условию М перпендикулярна А, то тогда и прямая N будет перпендикулярна А. И тогда мы имеем две прямые, которые перпендикулярны третьей. А по теореме о перпендикулярных прямых эти прямые не пересекаются. То есть, если две прямые перпендикулярны третьей, то они не пересекаются. Значит, М и N не пересекаются. Но это противоречит нашему условию, поскольку у нас прямые М и N проходят через точку А. То есть точка А является точкой пересечения прямых М и N. Таким образом, наше предположение о том, что прямые совпадают, неверно. А это значит, что прямые М и N не совпадают. Что и требовалось доказать. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. А если у вас появились вопросы, предложения, пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.